Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я покажу вам, как связать вот такой вот узор. Называется он поперечная резинка и вяжется очень-очень просто. Это один из узоров, наверное, который создан специально для новичков. Так выглядит его лицевая сторона и вот так вот изнаночная. Раппорт узора 1 петелька плюс 2 кромочные петли. Высоту составляет узор 4 ряда. Также описание и схему я выложу на свой сайт. Активную ссылочку оставлю под описанием к этому видео. Первый ряд мы вяжем. Кромочную петельку снимаем и провязываем его полностью лицевыми петельками. Все, первый ряд мы провязали кромочную изнанкой, переворачиваем наше вязание и сейчас будем вязать второй ряд. Он у нас изнаночный, кромочную петельку мы сняли и все остальные провязываем изнаночными петельками. Кромочную петельку также провязываем изнанкой. Третий ряд у нас лицевой, он вяжется точно так же, как и первый, то есть кромочную снимаем и все петельки провязываем лицевыми. Я же говорю, этот узор очень простой, проще, просто придумать нечего. Последнюю мы провязываем изнаночной. Переворачиваем вязание. Сейчас будем вязать четвертый изнаночный ряд. Он у нас будет так же, как и предыдущий, одними лицевыми петельками. Все, мы связали весь рисунок, все 4 рядочка, и вот так он выглядит. Несмотря на то, что вяжется он очень и очень просто, выглядит он достаточно привлекательно. Например, подойдет жилетку связать или джемпер. Также подойдет для того, чтобы, например, девочке связать юбку. Да что говорить, он даже для шапки подойдет. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Надеюсь, было вам полезно. Всем пока!